Действительно, это очень важный праздник, потому что эти люди, они делают все, чтобы мы сохранили свое здоровье. И второе, они делают все, если иногда порой бывает это необходимо, они возвращают к жизни человека. Поэтому эта профессия, она очень важна. Она была важна во все времена, а в сегодняшнее современное время, с учетом имеющихся всех рисков и угроз, она важна втройне. Министерство внутренних дел максимально прикладывает все усилия для повышения роли сегодняшних наших медицинских учреждений. Всем хотел бы пожелать наикрепчайшего здоровья, благополучия, счастья, мира, добра и профессионального карьерного роста. Вы выбрали очень важную, очень непростую, сложную для себя долю, и мы гордимся, ценим и очень уважаем ваш труд и все то, что сегодня вы делаете для Министерства внутренних дел. Огромное вам за это спасибо. Замечательный день, такое хорошее настроение. Нам так приятно, что нас с самого утра поздравляют с цветами, музыка. Я желаю в канун праздника своим коллегам здоровья их близким, чтобы никогда их не огорчали проблемы, чтобы у нас было мирное небо над головой и всего самого наилучшего.